Здравствуйте, дорогие ребята, уважаемые родители, учителя. Мы сегодня собрались по очень важному поводу. Сегодня первый общий школьный праздник. Очень важный и торжественный для наших первоклассников. Прошел почти месяц с того дня, как вы приступили порог школы имени Романа Роланча. У нашей школы славная история, и быть учеником этой школы очень подчеркнуто. Вы научились школьным правилам, окунулись в море знаний. Вам было трудно, но интересно. И сегодня на этом празднике мы посвящаем вас в первоклассники. И первое слово тоже вам. На сцену приглашается первый Д-класс. Об этом вам расскажут ученики первого Е-класса. Thank you.
пилот и самолет, а строитель первый класс. Школу выстроил для нас первоклассный педагог с первоклассниками строг. Отложите-ка игрушки, начинается урок. От Камчатки до Арбата, в сентябре сегодня у нас первоклассные ребята поступили в первый класс. Thank you.
Можно ли присвоить гордое звание первоклассников? Действительно ли они усвоили школьные правила и хотят учиться? Проведем конкурс. Скажи словечко. Я буду говорить фразу, а вы заканчиваете. Не выкрикивать, говорить хором. После того, как я скажу загадку. Посмотрим, кто сообразительный. Первый Д, первый Е или первый Э. Родители и учителя не подсказывают. Сено хоботом берет, толстокожий. Молодцы. Кто любит по веткам носиться, конечно, рыжая. Мальчишка! Не подсказываю. Я дирижирую. Кто сказал? Кто сказал волк? Правильно, молодец. Кто в малине знает толк? Косопатый, бурый. Медведь! Медведь. Не ошибайтесь. Кричит кукареку на заборе пули. Правильно. Хитрая, плутовка, рыжая головка. Молодцы! Дети к нам в школу пришли сообразительные, внимательные. И еще они учат иностранные языки. Давайте посмотрим, чему уже научились наши первоклассники. Просим на сцену детей, которые учат французский язык. Thank you.
которые учат английский язык. Как живешь? Вот так. Вот так. Как плывешь? Вот так. Как бежишь? Вот так. Даль видишь? Вот так. Ждешь обед? Вот так. Машешь вслед? Вот так. Утром спишь? Вот так. Кашу ешь? Вот так. Теперь без Арины, пожалуйста, сами и быстрее. Давайте встанем, чтобы всем было удобнее. Как живешь? Вот так. Как плывешь? Вот так. Как бежишь? Вот так. Да, ты видишь? Вот так. Ждешь обед? Вот так. Машешь вслед? Вот так. Утром спишь? Вот так. Кашу ешь? Вот так. Давайте еще раз. Как живешь? Вот так. Как плывешь? Вот так. Как бежишь? Вот так. Как видишь? Вот так. Ждешь обед? Вот так. Машешь вслед? Вот так. Утром спишь? Вот так. Кашу ешь? Вот так. Молодцы первоклассники. У нас веселые и дружные ученики. Особенно хорошо они кашу едят. Быстро и много. Пожалуйста, садитесь. А теперь давайте проверим, как вы умеете считать. Я вам сейчас буду задавать задачки, а вы мне отвечать. Договорились? Да. Давайте. На большом диване в ряд куклы Данины сидят. Две матрешки, Буратино и веселый Чиполлино. Четыре. Помогите-ка Данюшке сосчитать ее игрушки. Так,
Пять веселых медвежат за малиной в лес спешат. Испугался вдруг один, убежал и след простыл. Сколько смелых... Если пятеро пьют чай, сколько булок сосчитай? Пять! Замечательные ребята пришли учиться в нашу школу. Слово предоставляется педагогу-организатору Тихомировой Инне Николаевне. Ну что же, хорошо вы подготовились, а прошел-то ведь всего лишь ничего. Сколько месяцев прошло, как вы пришли в школу? Один. Один? Ну, чуть-чуть еще на октябрь перешло, да? Но один месяц вы так хорошо работали, вы такие уже показали знания не только русского языка, но и математики, но и английского языка, и французского языка, а главное – вы всем показали, какие вы дружные и очень-очень внимательные. И это большое спасибо кому? Учителям. Учителям, молодцы. Спасибо вам, дорогие учителя. Очень много вам учили. А еще кому спасибо? Родителям. Правильно, родители. Они сами не... Они тоже хотят отучить. Они так вам помогали, они так болели за вас, они так сегодня хлопали вам. Вы просто молодцы. Ну что ж, пришла минута Ирика. Наступает торжественный момент. Посвящение учеников первого класса Д, первого класса Е и первого класса Л. Первоклассники школы 2107 школьного отделения имени Романа Ролана. Классы построились. Учиться будете хорошо? Да! А школой гордиться? Да! Будете трудолюбивыми и старательными? Да! Умными и любознательными? Да! А клятву дадите? Да! Хорошо! Итак, внимание! Клятва первоклассников. Слушайте внимательно. И после каждого обещания повторяйте три раза «клянусь». Клянусь не опаздывать в школу и быть постоянно здоровым. Клянусь. Учиться на 5,4. Со всеми в дружбе и в мире. Клянусь. Имущество школы беречь, не портить. Клянемся мы здесь троекратно, честью школы дорожить. Клянемся искренне и честно, гордостью ее и славой. Клянусь, клянусь, клянусь. Клятва произнесена. Не забывайте данные сегодня обещания и постарайтесь следовать им до конца учебы. Вручить нашим первоклассникам эмблемы школы.
учитесь в старейшей французской, а потом и английской школе. Она была основана в 1949 году. Это в прошлом веке. Вот сколько она живет, столько у нас прекрасных выпускников. И вы будете тоже прекрасными выпускниками, гордостью не только нашей Москвы, но и всей страны. А родители, что-то аплодисменты будут идти. Уже настоящие первоклассники поют песню.